Бабушка осень присядет в окна, с улыбкой тихо спросит: ну что, опять одна? Не дорожишь собою, судьба не задалась, когда любовь водою сквозь пальцы пролилась. А жизнь все смотрит косо, нигде нам места нет. Садись, подружка, осень, мне нужен твой совет. Давно забытых мыслей никак не прогоню, как ворох желтых листьев я брошу их огню. Только прошу тебя, не гони, пожалуйста. Хорошо, хорошо. Гонки у меня через час. И потом, ты же не хочешь опоздать на самолет? Кто мне все уши прощучал, что несколько лет не видел любимую подругу? Если мы разобьемся, Женька тебе этого не простит. Со скоростью. Так что счет пойдет на секунды. Ладно, давай сюда. Беги, а то опоздаешь на свои гонки. Пока. Личная жизнь, да, нормально. Как твой Шумахер? Ой, знаешь, я думаю, с ним ничего не получится.
Он предпочитает теплу моих нежных рук, теплу мотора своей машины. Да, странно. А я слышала, что профессиональные гонщики и танцоры очень хорошие любовники. Да. Почему? Они очень хорошо чувствуют партнера. Вот автомобиль же, он-то тоже партнер. А вот у машины есть тоже своя душа. Я чувствую, вы с Андрюхой нашли бы общий язык. А у меня для тебя сюрприз. Да, здорово. А я тебе тоже кое-что привезла, такое французское. Агаре. Коньяк. Нет, на следующий раз обязательно привезу. Жаль, жаль. Французская. Язык. Да, шутишь, я тебе привезу самоучитель. Не надо. Не надо. Ты замечала, как я русским владею? Блестяще, во всем его многообразии. Так на вот что мне твоя лаянка. Откуда вы такие хохотушки? Я местная, а Анна из Питера. Асенька, ну скажи, что там у тебя? Ну, все, не отгадала, теперь тебе до дома. Не скажу ничего. А мой сюрприз больше. В сумку не поместится. А твой сюрприз случайно не кусается? Не, он у меня привитый. Ась, я замуж выхожу. Да ты что? Ну, наконец-то. Привет. Сюрприз. Это мой будущий муж. Знакомьтесь, это Ася, моя красавица-подруга. Очень приятно. Сергей. Привет. Очень приятно. Ну, что же вы стоите? Проходите, пожалуйста. Женька, предупреждать надо. Позвольте. Вообще-то я Анна. Домашняя Женька зовут меня Асей. Вообще-то я доктор Градов. А вот домашняя Женька, давай помогу, зовут меня Сергеем. Ну все, церемонии закончились, доктор Градов. Командуйте мыть руки и за стол. Мыть руки и за стол. Проходите. По-моему, готово. Опа! Какой аромат! Евгения! Вы гения! Женька, это тебе. Air du temps. Что это значит? Дыхание времени. Красиво. Спасибо. Хорошо. А глюкозу ввели? Да можно, даже нужно. Маму успокойте. Передайте ей, что я ее поздравляю. Можете показать ей малышку. Ну, теперь все обойдется. Конечно. Счастливо. Ну что, руки помыли? Пойдемте за стол, а то курица замерзнет. Идем, а то правда остынет. Так. Ну, пойдем.
Анна, вы не будете против, если мы посадим вас здесь? Не будет, не будет. Замечательно. Ну, доктор, так. Открывайте. А моя Ася полиглот. Жень. Французский, английский. Итальянский. Да ну. Увы, это единственные мои способности. Анна, ты себе цены не знаешь. Давай выпьем за тебя. Анна, за вас. Асенька, за тебя. Китайский. Вы тоже в совершенстве знаете? Если надо, выучит. Я скромный менеджер питерского филиала. Немножко интереснее, чем двойки в школе ставить. Концерн не мой. Но зато ум у тебя в этом концерне сформировался аналитический, дипломатический, психологический. Жень, а психологический склад ума бывает? Сколько угодно. Да. Вот у тебя, например. Не, у меня гуманитарный. А ты все такая же. Какая? Непосредственная. Ромео и Джульетта. Ну что, пойдем? А нас пустят? Должны. Читайте, дети до 16 лет не допускаются. А что, мы скажем, сколько нам лет? А что, так не видно? По тебе видно, малявка. Да господи, на себя посмотри. Ася, Ася, ты куда? Домой. Раз, два, три. Раз. Пойдем? Раз. Пойдем. Раз, два, три. Раз. А ты идешь? Иду. Раз, два, три. Левое плечо вперед. Раз, раз. Наша осень такая же, как у вас в Петербурге? Да. У нас листьев больше. Угу. И они желтее. А в летнем саду, наверное, уже спрятали в ящике Александра Македонского и Флору. Мы как-нибудь приедем к тебе погулять по летнему саду с Сережей. Он ведь ни разу в Петербурге не был. Быстрее собирайтесь, а то действительно все фигуры закроют. Спас уже отреставрировали? Давно. Зайдем? Зайдем. Ася, а ты в Бога веришь? Хотелось бы верить, что Он есть. А мне здесь так спокойно, что хотелось бы остаться навсегда. Они как живые. А они есть живые. Только этого никто не видит. О, всесвятый угодничий, призванный Господний, теплый наш заступничий, и везде в скорби, и в скорби помощничий. Помази мне грешной, умоли Господа Бога даровать мне оставление всех моих грехов.
стакан. Счастливо, девчонки. Не скучайте. Пока. Будем скучать. Ой. Может, пойдем в комнату? Прохладно. Ты иди, я сейчас докурю и приду. Помочь тебе что-нибудь? Не, я уже заканчиваю. Посиди со мной. Хочешь чайку? Не-а, ничего не хочу. Ну как? Потихоньку привыкаешь жить самостоятельно. А нам с бабулей очень здорово было вместе. Будь она жива, я бы вполне обошлась без самостоятельности. А вот не стало бабушки. Я теперь взрослая. Совсем. Она рада была бы, что я Сережу встретила. Она с таким почтением к людям в белых халатах относилась. Слушай, а почему он сказал, что он психотерапевт с логопедическим уклоном? Он так шутит. Невесело. На самом деле он работает в отделении детской реанимации. К ним разные дети попадают. Совсем крохи. Как с ними разговаривать? Как они привыкли на их детском языке? Как мама, как папа, как бабушка. Он умеет. Тоже полиглот. А с родителями нужно иначе разговаривать. У них же беда. Всякое бывает. Тогда он становится психотерапевтом. Когда, в общем, в трудных случаях просят всегда его поговорить с родителями. А дети часто умирают? Иногда. Он тогда с работы черный приходит. Не разговаривает со мной. Скажи, почему ты поставила две свечи в церкви? Одну за себя, другую за детей. Странно. Я не была здесь столько лет. Ерунда. Почти ничего не изменилось. Старушки. Не так уж много времени прошло. Пошли. Сразу и напишет. А ты нос-то не вешай, я сам проконтролирую. Вы же с Асей как сестры, все равно друг без дружки не сможете. Так что и увидитесь, и напишите. Ну, будь здорова. До свидания. Пока. До встречи. Ну что, за все доброе. За хозяев. Спасибо. Спасибо. И за вас. Будьте здоровы. И вы.
Ты так изменилась, Асенька. Да? Угу. Да вы меня просто давно не видели, тетя. Конечно. Ты теперь у нас ведь редкая гостья. Я бы приезжала, дядя Юр, да у меня времени нет совсем. Женя у нас тоже все на время жалуется. Ну, мам. А мы тут все одни да одни. Ну, а как Наденька? Мама? Ничего, нормально. Я, честно говоря, с ней тоже больше по телефону общаюсь. Кушайте, кушайте, а то остынет. Анечка. Очень вкусно, спасибо. Правда? Очень. А чаю не хотите? С удовольствием. Сейчас. Только место для торта оставь. Мама свой фирменный поцелуй негра испекла. Вкусно. Вот и сладенькая. Вот это негр. Ух ты! Ничего себе! Узнаешь, Асенька? Как в детстве. Подставляй чашку. Наденька, разрезай. Ой, Ира, когда это ты все успеваешь? А что мне делать целый день дома, если б работала? Женечка, налей, пожалуйста, мне кипяточку. Угу, сейчас. Холодно. Октябрь уж на дворе. А вас, Аня, я смотрю, холодами не напугать. А мы северные. Да. А мы тоже северного рода племени. Да? Это какого же? Самого морозного. Архангелогородцы мы. Туда дед после революции за свои погоны попал. Смотри-ка, электричка. А какие погоны? Офицерские. Он в 18-м был врачом в Колчаковской армии.
Здравствуйте, Анна. Здравствуйте. Не утомительно каждый день в такую рань? Ничего, я привыкла. Девушка, вы очень торопитесь? Очень. Ну ладно. Привет. Да, я сегодня утром прилетела. Мама, все нормально. Тебе от Женьки привет. И от тети Иры с дядей Юрой. Но я постараюсь сегодня вечером заехать. Ну ладно, все, пока. Месье Пулен просил закончить с этим к вечеру. Да, хорошо, я постараюсь. Спасибо. Спасибо. Алло, да, я вас Алло, да. Свет, привет. Ты тоже приехала? Давай, заходи. Хорошо. Узбекистана. Это тебе, между Спасибо. Прочим. Спасибо, она же казахская. Не знаю, мне это понравилось. Спасибо. Ты когда приехала? Сегодня. Даже дома не была, сразу на работу. Слушай, мы такой сорт помидоров вывели, такие только на картинке видели. Величиной с такое большое яблоко и сладкие, такие даже на кетчуп пускать жалко. Слушай, а вот если вот на какой-нибудь соус, особенный. Монплезир и лимон-лямур. Ты, кстати, передай Пулену идею. Может быть, он придумает что-нибудь? Не знаю. А то что, мы зря, что ли, настоящего француза главным технологом держим? Ну ладно, я попробую у него через час совещание. А как Белоруссия? Минск хороший город. Сегодня слова не вытянешь. Что случилось? Ничего, я устала. Мне уйти. Я говорю, мне уйти. Как хочешь. Осенька, ну что такое? Ты обиделась? На что? Я не обиделась. Просто мне иногда кажется, Андрей, что мы с тобой чужие. Слушай. Подожди, а там в Минске? Ты встретила кого-то? Господи, какое это имеет значение? Да. Ты знаешь, все, что нас с тобой связывает, Андрюш, это четыре колеса твоей машины. Понимаешь, этого так мало, чтобы люди могли быть вместе. Бред какой. Иногда я чувствую себя просто деталью твоей машины. Ну, бред. Ну, ты видишь, мы с тобой просто на разных языках разговариваем.
Я не понимаю, при чем здесь машина? Да, действительно, при чем здесь машина? Ну, если так, зачем ты мне тогда голову морочил? Я думала, что ты изменишься. А теперь изменилась я. Тогда до свидания. До свидания. Анжела? Да, месье Пулен. Мадемуазель Анна у себя? Да, на месте. Еще не уходила. Хорошо. Позволите, мадемуазель Анна? Пожалуйста, месье Пулен, конечно. Мне только что позвонили из Минска. Они уже оформляют документы для наших узбекских партнеров. Так что теперь они будут собирать урожай на новеньких тракторах. Ну да, я их просила поторопиться. Мадемуазель Анна, мне кажется, в последнее время вы очень много и усердно работаете. Вам просто необходимо отдыхать. Хотя бы по вечерам. Ну, я не устаю, и я сейчас заканчиваю. Вы, например, спланировали сегодняшний вечер? Ну, тогда мадемуазель Анна согласится провести этот вечер со мной. Выпить бокал вина? Ну... Хорошо. Почему бы и нет? Ну вот и хорошо. Добрый вечер. Татьяна, а это моя подруга Анна. Здравствуйте, мадам Анна. Вообще-то я мадемуазель. Ой, простите, простите. Татьяна содержит мой дом в порядке, пока я на работе. Я правильно выразился? Ну, вы знаете, что правильно. У вас практически нет акцента. Ага. Ну что ж, пока Татьяна нам что-нибудь приготовит, мы можем прогуляться. Да, если у вас есть зонт, то с удовольствием. Конечно. Кстати, родился я во Франции, а мать у меня русская. О, надо же. Какие интимные подробности. А это моя скромная обитель. Разве ж мне не часто приходится бывать в последнее время на родине, я попытался здесь... Ну, воссоздать, так сказать, маленький уголок старой доброй Франции. Очень мило, очень мило. Ну вот, а это мой маленький пруд. А лягушки у вас есть? Да нет, сегодня на ужин у нас будет форель.
За загадочную женскую душу. Почему за женскую? Да потому что, когда я рядом с вами, я чувствую ее лучше. Вы очень современная женщина, мадемуазель Анна. А мне казалось наоборот, что я слишком старомодна. Только потому, что вы себя плохо оцените. Я работаю с русскими уже 5 лет. И поверьте, такую, как вы, я встречаю впервые. Что же вам не такого особенного? Независимость, гордость, ум. Красота. Мне льстите, месье Пулен. Я думаю, этого достаточно, чтобы отличить вас от других. Обычно женщина либо некрасива, поэтому независима, либо красива, но податлива. Месье Пулен, наша форель остывает. Спасибо за прекрасный вечер, месье Пулен. Я надеюсь, мадемуазель Анна захочет еще раз повторить его. Да, конечно. Мы обязательно повторим такой вечер. Вас никто не встречает? Это, наверное, так грустно. Я привыкла. Еще раз спасибо за вечер. До свидания. Положи на бортик. Ты злишься? За что? Я хочу, чтобы ты ушел. Ань, давай поговорим. Давай поговорим. Ань, Ань. Я все понял. Эти гонки и ты это... Это нельзя сравнивать. Ты для меня важнее всего в жизни. А все еще можно исправить. Ты думаешь? Ну да. Нет, Андрюш, ничего нельзя изменить. Слишком много изменилось просто. Я хочу, чтобы ты всегда была со мной. В моей жизни появился другой человек. Нет, я тебе не верю. Да, почему ты мне не веришь, что это так ужасно, что у меня никого не может быть? Ну, перестань. Перестань издеваться. Я не издеваюсь, я хочу, чтобы ты ушел. Я уйду. Но больше никогда не зови меня. Я не приду. Привет. Привет. Это я.
Ну, как дела, как личная жизнь? Как твой Шумахер? Я его отправила. Ну вот. Я думала, у вас все получится. Но ты знаешь, все к лучшему. Мужиков, в конце концов, их много. А ты у нас такая одна. Слушай, может тебе выйти за иностранца? А я не хочу за иностранца. Почему? Представляешь, жить в Париже, каждый день гулять на Елисеевских полях. Гулять по Парижу можно и без мужа. Ну, тогда терпи. А жениха мы тебе найдем. Не волнуйся. У Сережи есть друзья, которые будут в восторге от моей подружки. Я и не волнуюсь. Ась. Ну, не вздыхай. У меня праздник, а ты вздыхаешь. Какой праздник? Свадьба, Асенька. Алло. Ась, я тебя не слышу. Алло. Ась! Алло! Ась, ты представляешь, что Бог мог послать такого мужа не мне, а совершенно другой женщине? Нет, теперь уже не представляю. И я не представляю. Да. Ты мой. И я тебя никому никогда не отдам. Ура! Это нужно запечатлеть. И это надо запечатлеть. Да. Аня, позволь. Ребят, запечатлите нас, пожалуйста. Спасибо. Приготовились? Ну что, готовы? Готовы? Девочка плачет, шарик улетел. Зато красиво. Да. Не взыщи мои. Совершенно другой женщиной. Нет, теперь уже не представляю. Я не представляю. Да. Ты мой. Я тебя никому никогда не отдам. И это надо запечатлеть. Да. Аня, позволь. Ребят, запечатлите нас, пожалуйста. Спасибо. Приготовились? Ну что, готовы? Готовы?
красиво. Да. Придет подружка осень, присядет у окна, с улыбкой тихо спросит: ну что, опять одна? Не дорожишь собою, судьба не задалась, когда любовь водою сквозь пальцы пролилась. А жизнь все смотрит косо, нигде нам места нет. Садись, подружка, давно забытых мыслей никак не прогоню. Как ворох желтых листьев я брошу их огнем. Какая погода в нашу честь установилась. Что такое? Авария. Видишь, люди целы? В джипе наверняка, а вот в запорожце вряд ли. Я пойду посмотрю. Угу. Девчонки, я быстро. Позвольте, я врач. Он никогда не проходит мимо. У тебя чудесный доктор, Женька. Вообще-то у доктора сегодня свадьба. И в машине его ждет молодая жена. У вас сегодня праздник, и только бы обошлось. Все обойдется. В праздник всегда все заканчивается хорошо. Ах, если бы так было всегда. Притихли. Все нормально. Поехали. Сережа, кровь. Опа. Вот я растяпа, а. Ничего, это поправимо. В праздник вообще все поправимо. Девчонки, вы хотели выпить? Угу. А ты? Я не могу, у меня дежурство. Ну, давай, Женька, вдвоем. Давай. За второй день вашей совместной жизни. Меня в выходные ребята на охоту зовут. Настреляю вам дичь. И не жаль тебе бедных зверушек? Поверь, жалко. Но, наверное, это у меня в крови. Дед на медведя ходил, на волка. А я так по мелкой дичи. Заяц, лиса. Хотя пару раз кабана завалил. У него и ружье есть. Хм, даже два. Mm. Одно тульское, а другой друг из Германии привез. Но тульское лучше. Легче, отдача меньше. Но главное, это не сам выстрел. Я люблю слушать тишину перед ним. А я люблю слушать, как шумит ветер в деревьях. Как тебе Минск? Хороший город. У вас тихо, нет суеты. Я люблю этот город. Я тоже. А знаете, что меня больше всего поразило? Неужели тебя могло поразить что-нибудь после Эрмитажа? Грустный Ленин. Самый грустный из всех, которых я видела. Ась, бог с тобой, какой еще грустный Ленин? Ну как, на площади сидит, задумался, грустный. Там с одной стороны скрипач, а с другой народ какой-то. Что? Ася, это классик белорусской литературы. Якуб Колос. Ты что, в метро не слышала? Площадь Якуба Колоса. Она бы еще в Питере это всем рассказала. Расскажу. Ну не сердись. Интересно, кого я еще узнаю у них в Петербурге. Ну ладно.
Я побежал. Пора. Не скучайте. Будем скучать. Хирурги сказали, что они бессильны. Знаю. Мы не сможем ее вытащить. А мы попробуем. Просто так ничего не бывает. Мы с Сережей... В общем, мы решили... Мы ребенка хотим. А, это ж хорошо. Чего ж ты ревешь-то? А? Вот глупая. Радоваться надо. А ты ревешь. Я бы радовалась. Ты что-то мне сказать боишься? Асенька, а вдруг я выносить его не смогу? Да почему ты так думаешь? У тебя сигареты есть? Ну, ты же не куришь, Жень. Курю. Иногда курю. Ты помнишь, где моя баба Таня живет? Браслова? Нет, Анна, в Брагине. Я к ней тогда на майские праздники приезжала. И что? Там тогда под дождь попала. Какой дождь, когда? Когда в Чернобыле реактор взорвался. Мы с Пашкой, парнем соседским, гуляли. Сирень в саду рвали. А вечером сказали, что на АЭС авария была. Пашка умер недавно. Господи. Что мне делать, Анна?
Если Сережа узнает, он так хочет ребенка. Я боюсь. Жень. Я боюсь его потерять. Не плачь. Не плачь, слышишь? Женька, все будет хорошо. Он тебя очень любит, ты слышишь? Женя. А у нас есть что-нибудь покрепче? Коньяк. Налей, пожалуйста. Опять кто-нибудь умер? Пока нет, но я их обманул. Кого? Девочку и мать. Я дал им надежду. А ее нет. Ну, давайте не будем о грустном. Не получится. Ася сегодня уезжает. Мне на работу пора. Не уезжай, Ась. Позвони на работу. А лучше телеграмму отбей. Нахожусь в Африке, в тяжелом состоянии, переела кокосов. Женька, не надо о здоровье, я суеверный. Доктор ты мой. Как ты его называешь? Чудесный доктор, да? Угу. И этот доктор страшно суеверный. С больничным у нас напряженка. На мое место быстро девочку найдут. Так что думаю, что вы ко мне приедете. А у вас грустный Ленин есть? Вот для вас найду. И каждый вечер. Как мне надоела эта выставка. Утром рано встаю, вечером поздно ложусь. В общем, совершенно не высыпаюсь. А я привыкла рано вставать. Кстати, что у нас с договорами? С договорами? Ну, клиенты подойдут минут через 15. Ага. Отлично. Тогда я успею кофейку выпить, я в буфет. Тогда я на стенд. От того, что плачу, те, что ждут, держите ветер. Держите ветер. Спасибо. Пожалуйста, что будем брать? Кофе. Два кофе, пожалуйста. Евгения Юрьевна, здравствуйте. Ничего, что я курю? Курите. Евгения Юрьевна, скажите мне, как юрист, что нужно делать для того, чтобы прилично жить и при этом оставаться честным человеком? Работать. Много и тяжело. Желательно за границей. Хороший ответ. А что вы делаете в свободное от работы время? Провожу его на лоне природы. Кстати, родной природы. Ага. А вы играете в теннис, Евгения? К сожалению, нет. Могу дать несколько уроков. С удовольствием. Когда-нибудь я воспользуюсь вашим советом. Женечка! Здравствуйте, Женечка. Добрый день, Амалия Федоровна. Извините. Замужество пошло вам к лицу. Вы думаете? Вижу, у вас глаза светятся от счастья. Только бы не спугнуть это счастье. Евгения Юрьевна, вас к телефону. Извините. Конечно, конечно. Сереженька, все хорошо. Скоро домой приеду. Ты когда будешь? Утром. Опять задержишься? Ну хорошо. До завтра. Целую, любимый. Я тебя люблю.
Пока. Пока. Сергей Николаевич, подойдите, пожалуйста. Давление совсем упало. Сердечко не справляется. Будем интубировать. Давай трубку и ларингоскоп. Хорошо. Бонжур, месье Полен. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы куда-то торопитесь? Нет, ну... В таком случае я могу вас подвезти? А, вот моя машина. А, ну, тогда я составлю вам эскорт, куда вы захотите. Я собиралась домой. В таком случае я могу рассчитывать на чашечку горячего кофе. Не сочтите это за домогательство. Но француз тоже человек и любит домашний уют. В моей холостяцкой квартире так уныло, что... Ну, раз вам так уныло... Мадемуазель Анна, вы не только замечательная женщина, вы удивительная хозяйка. Вот только мне очень странно, отчего вы до сих пор еще не замужем? Уверяю вас, мужчины носили бы вас на руках. Французы носят своих женщин на руках? Не все. Я бы носил. За нас. До свидания, месье Полен. До свидания. Мадемуазель Анна. Не хотела его только на ночь оставить. Билет до Минска туда и обратно, ближайший рейс. Не взыщи мои признания грубы, ведь они под стать моей судьбе.
Простите, пожалуйста. Да? Здравствуйте, а? Здравствуйте. Где я могу найти доктора Градова? Подождите секундочку. Седьмой этаж, детская реанимация. Спасибо. Не беда, что сад мой смяли грозы. Спасибо. Что живу сама собой в борьбе. Серег, ты куда? К зав. отделения. А что стряслось? У меня девочка в реанимации. Ваши говорят, что операцию делать бессмысленно. Ну, Анжелика, по-моему, да, я знаю. И чего ты хочешь? Я хочу, чтобы вы рискнули и сделали ей операцию. Серег, да дело не делать, толку мало. Она, если и выживет, останется калекой. Даже если калекой, она будет жить. Слушай, Градов, что ты из себя бога строишь? У нее кровоизлияние в мозг, и тебе это давно известно. Я хочу дать ей шанс. Думаешь, я не хочу? Ну ладно. Иди уговаривай зав. отделением. Если даст добро, я сам займусь твоей девочкой. Спасибо. Да сам-то как? Поохотился хорошо? А я не был на охоте. К Женьке подружка из Петербурга приезжала. Замужняя? Нет. Симпатичная? Да. Познакомишь? Ни за что. Я позвоню. Женька! Женька! Женя! Может быть, тебе все-таки помочь? Я уже все. Сними меня отсюда. Прошу. Я вот подумала, Бог людей к себе забирает. Это Божий промысел, высший смысл. А что получается? Врачи против Бога идут? Вопрос. Понимаешь, каждый человек проживает на земле свое время. А мы хранители этого времени. Как это? Ну как? Допустим, тебе дано прожить 50 лет. Ты не должна умереть в 5 или 10 лет. Ну а как это понять? А вдруг это его время? Тогда я ничего не могу сделать. И он уходит. А тебе страшно, когда они умирают? Нет. Мне бывает горько, когда я не могу им помочь. Вот тогда я готов идти против себя, против Бога, против всех. Вы берете на себя грех? Грех, за который Господь может наказать? Но это не самый большой грех. А значит, и наказание за него не очень сильное. Правда?
Доченька, тебе нехорошо. Все нормально. Мы знакомы? Нет. Просто, извините, мне показалось. А, давайте познакомимся. Александр, Саша. Анна. Очень приятно. Очень приятно. Можно? Вы просили меня зайти, месье Пулен. Да-да, присаживайтесь, мадемуазель Анна. Я вас слушаю, месье Пулен. Сегодня во французском консульстве вечер, и по этикету я могу появиться только в обществе своей подруги. Но так как у меня нет другой подруги, кроме вас, я бы хотел, просил бы вас пойти вместе со мной. К сожалению. А в котором часу состоится встреча? В 8. Дело в том, что на этот час у меня уже запланирована встреча. Да отмените его встречу. Увы, но это очень важная для меня встреча. Ну что ж, не буду испытывать ваше терпение. Очень жаль. Мне тоже. Вечером у Казанского. Ты знаешь, я не мог больше ждать. Ну, садись, поехали. Нет, мне не очень нравятся машины. Я не хочу пешком идти. Я думаю, нам подойдет другой экипаж. Позвольте, сударыня. Мне кажется, что время остановилось. Почему? Не знаю. Просто 19 век какой-то. Ну, правильно. Правильно, я и живу в этом времени. Как? Ну, так, решите представиться. Поручик лейб-гвардии Преображенского полка Александр Иславлев. Да не пугайся, я не призрак. Просто я член группы военно-исторической реконструкции. А это еще что такое? Ну, как тебе объяснить? Существует группа людей, которые носят форму, чтит традиции того времени. А оружие, лошадей, где вы все это берете? Покупаем, делаем сами. Лошади прокатные, но у кого-то есть и свои. Игра в войну. Ну почему игра? Это очень серьезно. Я тебе сам покажу. Ты увидишь, как французские полки бежали от русских чудо-богатырей в 812 году.
Сереженька. Сереж, ты на дежурство проспишь. Не просплю. Который час? 8. 8? А из больницы звонили? Нет, а что, что-то случилось? Надеюсь, что нет. Слушай, а давай поедем к Асе? В Питер. У меня в больнице все трясется. Тогда поедем. Знаешь, я там к Ксении Блаженной сходить хочу. Сходим, а зачем? А она, если попросить, все желания исполняет. Все, что ты захочешь, и так исполнится. Я хочу, чтобы у тебя отпуск совпадал с моим. Это первое. Второе, чтобы ты домой приходил пораньше. Угу. И чтобы у нас с тобой все было хорошо. Угу. Чтобы мы жили счастливо и умерли в один день! Кого это несет нелегкое? Пойду посмотрю. Ну, иди, посмотри. Кто там был? Да вот, квартирант на жительство напрашивается. Какой такой квартирант? Какой? Да вот такой. Боже, маленький какой. Ой, ему еще, наверное, молока надо. Сереж, а давай его оставим? Ну, ты хозяйка дома, тебе решать. Я его оставляю. Ну и как мы назовем нашего героя? Брюсом. Да? Брюс. 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 Саш. У гвардейских офицеров жены всегда были очень избалованы. А как же декабристки? А, декабристки, их просто совесть замучила. Это во-первых. А во-вторых, я еще не совершал ничего подобного, за что бы меня могли посадить на каторгу. Но я надеюсь, если это даже случится, то вы, сударыня, последуете за мной. На этом посмотрим. Как? Графиня, вы что? Вы что, графиня? Я не могу рассчитывать на вашу благосклонность. Ты похож на кинозвезду. Слушай, ты когда-нибудь видела настоящих актеров вот так сблизи? Нет? Ну, хочешь, я тебя познакомлю? Хочу. Ну, хорошо. Один момент, и все будет. Танька, опять тебе все самое лучшее досталось? Это ты про колбаски? Конечно, про колбаски. Про девушек. У меня талант. Это точно. Ребята, сосиски типа колбаски охотничьи. Играй. Осторожно. Как пахнет. И мне? Господа, наливаем. Так, дамам шампанское, гусарам водку. Так, что у нас тут? Спасибо. Мне кажется, что вы... Тебе тоже? Работаете визажистом или кутюрье, да? Я скромный менеджер по рекламе. А вот как? Это в каких же таких фирмах такие очаровательные менеджеры? В известных. Выпьем. Самое время. Дамы. Мужики, за дам. Катя. Господа. Анечка. Ну-ка. Юля. Анечка, прошу. А? Ну что? Ну, господа. Ответственный момент. Стоит.
Анечка, а что вы рекламируете? Может, споешь? Юлечка, давай не сейчас, ага. Просим, просим, просим. Анечка, вы знаете, как он на гитаре играет? Для Анечки. Ну, хорошо. Если разве что для Анечки. И для меня. Хорошо. Так, что споем? А. Так. Опа. Ну и что у нас тут происходит? А? Ой, какие девочки-то у нас тут сидят, какие мордулечки-то хорошие. Девочки, а электричка последняя не ушла еще? Нет? Вам как, тут хорошо? Какие девочки у нас тут хорошенькие тут сидят. Что смотришь на меня? Танечка. Что ты меня спросишь? Здрасте, да, скажи. Не надо, мы нет, сидим, отдыхаем. Нет, не надо меня успокаивать. Мы... Пожалуйста, не надо меня успокаивать. Я спросила у девочек, хорошо ли девочкам. Таня, им девочки хорошо. Мне давай сказали. Я спросила у девочек. Посмотри, можно это я... Аня. Это Аня, она с Сашей. Хорошо. Анечка с Сашей, очень хорошо. Не надо меня толкать. Так, дальше. Это Юля. Она с Женей. Юля. Юля с Женей, очень хорошо. Угу. Хорошо, Юля с Женей. Это Катя. Так, Катя с кем? Катя. Катя с Юлей. Это сестры. Мои. Двоюродные. Женя, спой. И бросай курить! Это моя жена. Таня. Так. Ревнует. Я ревную? Значит, любит. Я ревную, нет. Мне нравится вообще, да? Я ревную. Я что, ревнивая? Сволочь. Наливай. Сволочь ты лысый. Танюш, пойдем. Я иду, иду. Пойдем, дорогая. Давай, наливай. Спаивай. Наливаем. Спасибо. Так, держи. Так. Так, у всех налито? Нет. Давайте. Так. Ну, за хозяйку дома. За прекрасную хозяйку. Ура! 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 За дорогих. Ура! Ура! Гостей. Ура! Жек, давай. Женя, пой. Сейчас, Макс. Ага. Вот кого я люблю, так это Женю. Ой, Женечка. Я был женат. Какая жалость. А я, признаться, даже рад, ведь чтоб трудней ты мне досталась. Я был женат, я был женат, я попадал в чужие сети, я путал все в своей судьбе, но с кем бы ни был я на свете, я был всегда лицом к тебе. Но с кем бы ни был я на свете, я был всегда лицом к тебе. Я плыл туда, летел обратно, был разорен, загнал коня, нашел тебя, и мне понятно, что ты ждала всю жизнь меня. Но в наше время, в нашем деле, где счастье тоньше, чем игла, без секундантов, без дуэли, стреляют в нас из-за угла. Без секундантов, без дуэли, стреляют в нас из-за угла. Нам целит сердце бесполезно, стрелять по звездам неумно. Мы бесконечны, словно бездна, чужой свинец летит на дно. И нам не страшен век наш грубый, нам лишь один назначен суд, когда глаза солгут, а губы неправду вслух произнесут. Когда глаза солгут, а губы и правду вслух произнесу. Ну, как тебе мои друзья? Хорошие ребята. Почему ты загрустила? Песня грустная.
и еще УЗИ брюшной полости. Хорошо. Ну что, герой, больше не полезешь на крышу? Не, а то еще опять грохнусь. Правильно. Ну все, спать пора. Не бойся. Я тоже в детстве боялся, а теперь не боюсь. Ну не плачь. Теперь все будет хорошо. Дождливой темною их мыслей никак не прогоню. Как ворох желтых листьев я брошу их огню. Какую-нибудь шубу, а? Ты похож на генерала Раевского. Ну, какой я генерал? У меня он даже мундир унтер-офицерский. А женщины ваш полк принимают? Только в виде исключения. Тогда прошу принять меня в лейб-гвардейцы. Вы это серьезно? Вполне. Я хочу обнять моего блистательного генерала. Будущего генерала? Смотри, не урони. Я Франц!
Ну, Сашка! Ну, как дети, ей-богу. Войну играют. Видели? Понимаешь, вы должны были отступить, как в прошлом году. Куда вы поперлись? Куда вы поперлись? Да. Что, я буду каждый год отступать? У нас здесь позиция лучше, чем у вас. Да кто-нибудь пол Европы не взял, если бы он все время отступал. Да, да ваши егеря не должны были вообще в таковую идти. Ну, Боня. Говорить по-французски? Ну, фиг лишь. Ну, как вам этот Лягер? Просто бородинское сражение. Мадам, позвольте вас пригласить к биваку. Что? А вы к Близир картошку печь. Соперник? Не потерплю. А выбор, между прочим, за дамой. Милый, я же не могу отказать императору. Понял. Император. Она с Сашей. Ну что, пойдем водку пить? Жозефина. Водку. Сто лет не сидела у костра. Сколько же вам лет, Анечка? Да ты вообще сто лет нигде не была. Работа, дом, работа, дом. Хорошо, хоть сюда приехала. Вон, воздухом свежим подышала. Такая девушка. А он ее под замок. Оттого и под замок, чтоб такие, как ты, не угнали. А чё мне угонять? Они сами за мной бегают. Когда-то, давно. Оказывается, я не видела так много красивых вещей. Ну, прекрасная вообще. Рядом. Надо только разуть глаза. Ты прав. Я замучена бытом. Да, что-то неважно выглядите. Ладно, предлагаю тост. За дам. Пур ли дам? Анюта? За тебя, Осенька. Осенька – это оса? Осенька – это осень. Золотая осень. Хомячка. А вырос слоненок. Ну, слоненок, не слоненок, а теленок точно. Здоровяк. Ты завтра работаешь? Нет, завтра у меня. Брюс? Брюс, опор! Слушай, есть предложение. Мои родители на завтра нас приглашали на дачу. Поехали? Обещана баня, парное молоко и радушие. Ну? Завтра. Сереженька, я совсем забыла, прости, но я не смогу завтра. Почему? Что-то случилось? У меня просто одна очень важная деловая встреча. С кем? С одним очень перспективным клиентом. А я не хочу, чтобы моя жена встречалась с какими-то клиентами в свои законные выходные. У меня нет выходных. Есть клиент, значит, есть работа. Жень, мне это надоело.
но правда надоел. Пора тебе начать жить в собственное удовольствие, Жень. Бросай ты эту работу. Сходи в солярий, в спортзал, в бассейн. Просто погуляй. Я плохо выгляжу? Нет, ты отлично выглядишь. Только твои клиенты это тоже очень хорошо видят. А ты ревнуешь? А если так, то что? Ничего. Просто кроме тебя мне все равно никто больше не нужен. Ты же знаешь. Тоже хочет, чтобы его любили. Ну нет у нас никого, кроме тебя. Ни котенка, ни ребенка. Ну, Брюсик. Ну, ну что, мой мальчик? Ну, Брюсик. Ну что? Сережа, ну не надо столько курить. Жень. Это снимает напряжение. Какое напряжение? Ты меня так вдовой оставишь. Хорошо, я бросаю. Я бросаю. Все. Я больше не курю. Да. Я начинаю пить. Ну, привет. Выбирай. Эгоист. А что со мной будет, тебе все равно? Я одна останусь? Дарёха, ты моя. Мадемуазель Анна, я долго думал и понял, что должен сказать именно то, что вы сейчас услышите. Вы работаете здесь уже 2 года. И все эти 2 года пользуетесь моим расположением. Скажите, я как шеф когда-нибудь был несправедлив к вам? Нет, месье Пулин, но я не понимаю, о чем вы говорите. Я никогда не вел с вами никаких игр. Но вы? Скажите мне, неужели все русские женщины такие лицемерки? Господи, да что случилось? Вы попросту обманули меня. Вы дали мне надежду на продолжение наших отношений. Подогревали их своим вниманием, симпатией. А теперь я вдруг обнаруживаю, что вы лишь коварно воспользовались моим доверием. Вы ведь не так одиноки, как делали вид. Я доверился вашему обаянию. Я надеялся, что мы сможем дать друг другу что-то большее. Избавиться от одиночества. Вы ошиблись, месье Пулин. Вы просто меня не так поняли. Я вам бесконечно благодарна за вашу доброту, но я относился к вам как к другу, как к хорошему... Мадемуазель Анна. Вы утратили в моих глазах всякое доверие. Было бы лучше, если бы вы подыскали себе новое место работы. Хорошо. Если я уволен, я могу пойти собрать вещи? Я мог бы вас уволить, но ваш...
ваше увольнение повредило бы моей репутации. К сожалению, наши отношения здесь не были ни для кого секретом. Поэтому впредь наше общение будет сведено к минимуму. Вы свободны. Стоять здесь насмерть. Сейчас турист косяком пойдет. Застегнись, вояка. Макс, привет. Ой, Анют, привет. Слушай, а ты, Саша? Да вон он твой. Французам, про войну с французами втирает. Хорош. Да, спасибо. Ну, собственно, поэтому французы и отступили. Саша. Пардон, господа, я вынужден вас оставить, я вернусь ровно через минуту. Excusez-moi, mesdames et messieurs, je dois vous quitter, je reviens dans 10 minutes. Честь имею. Ты как здесь оказалась? Я так захотела тебя увидеть. А я вот пользуюсь случаем, пока есть спрос, зарабатываю нам на теплые края. Ты знаешь, а меня сегодня из-за тебя чуть не уволили. Мой шеф, месье Пулен. Ну, почему? Я-то спешу. Я же с тобой встречаюсь, а не с ним. А-а-а. Понял? Ты не могла бы пока меня с ребятами подождать? Вы поболтайте, а я пойду французов добью. Да? Иди поешь. Мам, я потом поем. Давай, иди. На одних бутербродах долго не протянешь. Хоть раз поешь по-настоящему. Мам, ну все, я каждый день ем по-настоящему. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну я потом поем. Мам, пойдем, ну сядь, пойдем. Посиди со мной. Ну, давай, расскажи, что у тебя новенького? Ты мне зубы-то не заговаривай. Я ведь давно вижу, что ты сама не своя. Что такое? Что случилось? Да ничего, просто я устала, мам. Что, с Сашей что-нибудь не так? Да нет. С Сашей-то все нормально. Правда, ничего серьезного. Тебе Женя звонила? Да, когда? А вот когда ты в бассейне была, еще утром. Точно, я ж трубу забыла. Угу. Позвони ей. Ладно. Мам, переезжай домой. Да я с удовольствием. Вот только не знаю, не помешаю ли. Ну ты с ума сошла. Хватит тебе уже на электричках каждый день мотаться. А потом уже скоро зима, на даче холодно. Да, знаешь, вот оставь только дом. Тут же все растащат. Мама, а тебе Саша нравится? Да. Саша нравится. Ну, только гусарского в нем много. Ну, а твой отец за мной так же ухаживал. Я тюльпаны любила, так он мне их круглый год дарил. Все удивлялись, откуда только деньги берет. На курсантскую-то стипендию очень не разживешься. Но потом уже, когда ты вовсю на свидание бегал, он сознался. Они с приятелем в больницу ходили, кровь сдавали. Им там талоны давали или деньги. Вот на эти деньги он мне цветы и покупал. Красиво. Да, красиво. Многие завидовали. Сколько раз отбить пытались. Хорошо, что у тебя подруга настоящая, надежная. Никогда на твоих кавалеров не зарилась. А тут у меня ведь моя ближайшая подруга жениха увела. Но только это еще до твоего отца было. Я молоденькая была, доверчивая, все ей рассказывала. Она и воспользовалась. Но только на чужих руинах своего счастья не построишь.
Поэтому через 2 года он бросил ее. Она всю жизнь своих близнецов одна тянула. Слушай, не кури ты, Анна. Пойдем. Пойдем обедать. Пойдем. Давай, я давай. Сейчас приду. Давай, хорошо. Сейчас приду. Холодненькая? Холодная. Ну, Градов, Женьке твоя работа будет кабанчика разделывать. Это моя привилегия. А она пусть варит, жарит, парит. Слушай, а кабанчик, ничего, попался? Не совсем пенсионер. Здоровяк. Лови. Оп. И наливай. Холодненькая. Ну что, Евгений Павлович, давай разливай. Сейчас. Эту закуску уж давным-давно готова. Нальем, все поровну. Да быстрее наливай, выпить охота. О. Держи. Сергей Николаевич, я вот о чем подумал. Ты как женился, совсем домоседом стал. Тебя на охоту вон со свистом вытаскивать пришлось. Ну а ты что думал? Думал, что он после работы не к молодой жене, а с нами в карты играет. Вот окольцует тебя. Посмотрим, что ты скажешь. Не, я уж лучше до последнего холостяковать буду. До последнего чего? Чего? Давайте выпьем. За кабанчика. За охоту. Которая пуще неволи. Дай-ка скусить. Разбавленный. А дух захватывает. Ага. А ты чистый спирт пил? Да было один раз. На всю жизнь впечатлений хватило. А я первый раз выпил спирта, когда Жмурик увидел. На 3-м курсе, на томичке. Сереж, а у тебя с нервами как? Не сдает? Бывает. Вот поэтому с вами здесь сижу. На лес посмотришь, тишину послушаешь. И вперед. До следующего раза. Правильно, правильно дыши, а то скоро этого не будет. Тебя главный поставил в курс? По поводу чего? А по поводу курсов повышения квалификации. Ординатура, прочее. Это еще рано. Аспирантура, ординатура, да и некогда. А насчет курсов, так мне каждый год квалификационных экзаменов хватает. И что, ни в Москву, ни в Питер не хочется? В Питер? Можно. Мосты посмотреть. А так? А зря. Мог бы отделением заведовать. А я, Игорь Петрович, так скажу. В кабинетах сидеть скучно, а я скуку не люблю. Понятно. Ну, выпьем. За нас. За врачей. Главное, не навреди. Это точно. Ой, мужики, давай шашлыком закусим. Давай, давай. Давай, давай. Кабанчик-то клыкастый был. Вот вам и нам. Спасибо. Хорошо сидим. Деточка, спрячь свой крестик. Негоже, чтоб злой глаз на твою жизнь смотрел. На твою долю и так горя хватит. Какого горя?
Плюс. Молодец. Апорт. Апорт. Ко мне. Плюс ко мне. Ой, молодец. А мог бы и сам притащить. Ну что, молодец. Давай я сейчас брошу. Плюсик, мой хороший. Ну иди ко мне. Иди ко мне, мой маленький. Мой сладкий. Ой. Мой хороший. Ну что, мой? Привет. Привет. Ты когда приехал? Час назад. А я тут по магазинам бегала, хотелось чего-нибудь вкусненького. Замерзла. Ну, чуть-чуть. Пойдем-ка домой. Брюс, ты где? О, Отелло. Есть хочу. Уже иду. Подожди. Закрой глаза. Не открывай. Не открывай. Можно? Нет. Теперь открывай. Камия. Угу. Настоящая? Угу. Ты где ее взял? Так, выменил у одного антиквара. Ой, она, наверное, целое состояние стоит. Ну, состояние не состояние, но она раньше принадлежала одной из родственниц Пушкина. Да ты что? Да. Тебе она очень пойдет, потому что, мне кажется, в тебе есть что-то от того времени. Спасибо. Пойду примерю. Что? Ой. Что такое? Что такое, Усенька? Что случилось? Что такое? Ничего, Осень, у меня что? Голова просто закружилась немножко. Ничего, просто все нормально. Подожди, а ты случайно того не беременна? Беременна? Mm-hmm. Подожди, так что я теперь должен, как истинный джентльмен, просить твоей руки? Нет, подожди, давай. Давай. Что? Ну, давай-ка выходи за меня замуж. Замуж? Да. Выходите меня замуж, Анна! Выходите меня. Да, 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 я согласна. Шампанского! За меня замуж. Анна, я люблю вас, Анна. Я люблю. Женька. Замерз, полярник. Пора пить колдовское зелье. Градов, ты меня отравишь. Ты скорее отравишься, если будешь есть вот эти вот таблетки. Вареные лягушки, сушеные ромашки. Это же яд, Сереженька. Он целебный. Угу. Я сегодня прошу, чтобы ты испила эту чашу. До дна. Вы же цивилизованный врач. До дна. Институт закончили. Пей. А лечите, как какой-то алхимик. До дна. Я не алхимик. Я знахарь. И это народная медицина. Ну, хорошо. Но если я от этого скончаюсь... Я возьму. Алло.
Женька, привет. Ася! Привет! Ты куда пропала? Да я не пропала. Сама мне долго не звонила. Ну, как у вас дела? Все хорошо, если не считать, что Градов решил залечить меня до смерти своими отварами. Передавай ему привет. Хорошо, передам. И поцелуй. Обязательно поцелую. А как поживает Саша? Ась, ты где? Я тебя не слышу, не молчи. Знаешь, я хотела тебе сказать, что я беременная. И, скорее всего, будет девочка. Боже! Это же чудо, Асенька. Асенька, ты понимаешь, что это чудо? Сколько ей? Кому ей, беременной? Девочке. Жень. Алло. Жень. Ася, привет. Привет. Она очень рада, но она плачет. А ты? Я тоже очень рад. Спасибо. Я хочу, чтобы приехали. У меня через 2 месяца свадьба. Поздравляю. Спасибо. Поздравляю. Поздравляю. Ну вот и все. Ты рад? Поздравляю. Будьте счастливы. Здесь клеймо. Представляешь, ставят настоящее клеймо. Он вел себя как настоящий мужчина. Посмотри, какая ты знаешь, сталь. Я, признаться, боялась его высочайшего мужского решения. Ты посмотри, как бритва заточена, а? Главное, красота. У тебя будет ребенок, твоя кровинка. Вот это вещь. Так ты говоришь, девочка, девочка. Девочка, девочка, патологии, слава богу, нет. Так что все нормально. Теперь ты долго не приедешь. Ну почему? У меня 4 месяца еще в запасе есть. Аня, Ань. Ты на УЗИ была? Была, была. И на УЗИ везде она была. Говорят, девчонки забирают мамину красоту. Это такое? Я смотрю, молодцом. У меня еще впереди все прищипят. Посмотришь на меня через 2 месяца. Дай послушаю. Да там еще слушать нечего. Нечего, нечего там слушать. Это так кажется. На самом деле она уже человечек, только совсем крохотный. У тебя руки не отекают? Нет, даже похудели. Да с нее можно Мадонну рисовать. Так, 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 ребят, давайте выпьем, давайте. Так, прошу. Саш, подожди. У меня тост. Угу. Давай, девчонки, Жень. За вас. За вас. За вас, девчонки. Сладкое. Покрепче бы. Шучу. Саша, я прекрасно все понимаю. Но я ведь тоже привыкла жить в комфорте. Ну, хорошо. Значит, квартиру придется менять. Мама, ты наимудрейшая женщина в мире, мама. Ты не подлизывайся, пожалуйста. И потом, ты ведь теперь не только мой. Ну, вообще-то нам есть где жить. Разве? А, но вы же живете с мамой? Мама почти все время живет на даче, а потом она будет только рада. Анечка, дорогая, поверьте мне, что молодожены должны жить отдельно. Хотя, может быть, вы и правы. Не будем торопиться.
Угу. Что такое, Осенька? Шевелится. Здорово. А меня на след в Москву пригласили. Когда ты едешь? Да не, не поеду. Мундир старый. На новый денег не хватает. Да и тебе тоже как-то помогать надо. Ну почему в вашем спортклубе зарплату не платят? Да ну перестань, кому сейчас нужно это фехтование? Людей сейчас интересуют совсем другие вещи, к сожалению. Даже не знаю, как мы на 1000 втроем проживем. Саш, ну ты же знаешь, если бы я могла работать, я бы работала. А у нас в таком виде нельзя. Ну ладно, ладно. Ну я не знаю, может машину продадим? Ты с ума сошла, я с таким трудом права получила. Ездили бы как нормальные все на метро. Ну все, перестань. Как я малышку буду возить на дачу? Все, перестань. Ладно, родители помогут. Слушай, у меня идея есть. Мне тут одну халтуру предлагали. Ты шить умеешь? Умею, да. Короче, там надо шить какие-то буденовки. Всего 3 шва, а деньги предлагают приличные. Ну, я что-нибудь найду. Буденовки шить? Не знаю. Ладно, что-нибудь придумай. Ничего, проживем. Да-да, открыто. Здравствуйте. Привет, ангелочек. Я к вам в гости пришла. Как поживаешь? Сергей Николаевич, у нее сегодня день рождения. Вот она к вам напросилась. Я ей разрешила. Потому что если бы не дядя Сережа, то дней рождения бы больше не было. Да ладно. Что ты хотела подарить? Он у меня самый любимый. Пусть уже теперь. Но вообще-то день рождения у тебя, а не у меня. Я тебе тоже должен что-нибудь подарить. На, держи. Я тоже хочу быть доктором, только не человеком, а сыном. Ну все, пойдем, не будем мешать дяде Сереже, он на работе. Давай мне ручку. Конечно, можно, приходи. Пока-пока. Пока-пока. До свидания. Счастливо. Вот так-то, брат. Ян Каминский. Очень приятно. Пан Каминский, коммерческий директор фирмы, с которой мы сотрудничаем. Да, так. Все документы я подготовлю к среде. Добже. До видения, пани Веня. До видения. До свидания. Ну что, пани Вихиня, в магазин пойдем? Может, не надо? Надо. Надо, надо. Одевайся. Ну ладно.
По-моему, отлично. Ты воплощение шарма и элегантности. А это что? Это на вырост. Сереж, а давай отложим это до другого раза. Что случилось? Ну, я просто не хочу сейчас ее покупать. Ты же хотела ее еще в прошлом году. Ну, она велика мне. Это пока. А в обозримом будущем это будет именно твой размер. Представится лейб-гвардии Преображенского полка генерал Иславлев. Ты почему не позвонил? Ты знаешь, некогда было. Мундир мог уйти. Ты посмотри, а? Ручная работа. Денег стоит, между прочим. Хватит плакать. Какой же ты эгоист, Иславлев. Совсем уже заигрался со своими игрушками. Да черт с ним, с этими деньгами! Мало того, что на меня наплевал, ты на нее наплевал! Ну, хватит! Ну, ладно, ладно. Макс денег даст, как-нибудь выкрутимся. А отдавать ты чем будешь? Солдатиками? Ты жалкий оловянный солдатик, Иславлев. Тряпка. Полная фиаско. Дура. Как плаваем. Ой, как хорошо. И к маме сразу. К маме сразу. С каждым днем она все больше становится похожа на меня. Ну, охота. Пошли. Все, я сейчас приду быстро. Да. Сейчас бегу. Так, вот сейчас ляжем спать. Сейчас я только здесь поправлю. Сейчас поправлю. Все. Давай. Ой. Все-таки она похожа на мою маму. Да, Женька? Ну, на маму так на маму. Да, Женька? Женька, целую ручки вам. Мадам, целую ручки вам. Ну что, папа, спать? Придет подружка осень, присядет в окна. С улыбкой тихо спросит, ну что, опять одна? Не дорожишь собою, судьба не задалась. Когда любовь водою сквозь пальцы пролилась. А жизнь все смотрит косо, нам места нет. Садись, подружка осень, мне нужен твой совет. Давно забытых мыслей никак не прогоню. Как ворох желтых листьев я брошу их
нормально, он с ребенком играет, да, помогает мне. Ну, конечно, приезжай, когда хочешь. Саш, ну не надо, куда ты ее сажаешь? Да ладно, пускай привыкает. Ау, стартанули да, опять. Ну все, да, все, пока. И заходим на посадку опять. Сашуль, у меня машинка сломалась. Стиральная. Оставь, я завтра мастера вызову. Может, ты обратишь на меня внимание? Ну что? Я говорю, у меня машинка сломалась. Стиральная. Постирай руками. Раньше как-то обходились без этих машинок. Ну ладно, ты на меня наплевал. Может, вспомнишь, что у тебя есть дочь, что ей надо заниматься. И вообще, ей нужно что-то есть, во что-то одеваться. Я не знаю, извини меня. Я и так кручусь, как могу. Но нам почему-то все время не хватает. Не хватает, потому что все уходит на твоих солдатиков. Нет, дорогая, потому что ты привыкла жить по-другому. Зачем ей два комбинезона, когда через месяц она из них вырастет? Да ты как можешь сравнивать, она твоя дочь? Я не знаю. Такая ситуация. Ну, подожди. Какая ситуация, Саша? Эта ситуация уже 2 года длится. Нормальный мужик мог бы уже найти работу за это время. Я не могу идти грузить вагоны. Какие вагоны? Ты нормальный программист. Ты мог бы устроиться в какую-нибудь фирму. И я не могу часами сидеть за этим компьютером. А что ты можешь? Играть в своих солдатиков? Не надо. Вот этого не надо. Я устал. Мне нужно поехать к маме. Ненадолго. Отдохнуть, выспаться. Быстрее станешь. Да. Я даже толком не понял, кто у вас. Саша как-то не распространялся. Помню, отмечали сам факт рождения. А вот что потом было, это уже, по-моему, никто уже тогда не помнил. А ты где так долго пропадал? Да я 1/2 года был в Крыму. Копался в дольменах. Да, в чем копался? Ну, это такие, типа вот, склепы первобытных покойничков. Весело, наверное. Копается в своем. Как
как жена? Жена? Дома. А у вас шопинг? А нам сегодня годик. Ой, ну я вас поздравляю. С собой ничего нет. Подарок с меня? Спасибо. Ну ладно. Ну давайте. Жене привет. Передам. Поздравляю с днем рождения. Желаю счастья в личной жизни. Ну, счастливо. Пока. Макс, а ты Сашу давно видел? Да, да, я понял. А скажи мне, а что с Куликовым? Ага, пошел. А кто на место него? Да, хорошо, спасибо. Спасибо, Володь. Ладно тогда, я жду звонка. Давай, пока. Ну? Мужики, это бомба. Куликов пошел на повышение. Отделение свободно. Ну и что? Как что? Градов, хорош писать. Я не пишу. Я заполняю. Ты что, не слышал, что Димка сказал? Место зав. Отделением свободно. И ты можешь его занять. Он не слышит. Серега, это шанс. Советую тебе, не упусти его. Серег, ну ты подумай. Ну придет Петров из второй детской. Ну и что это будет? Он же нюня. Ему бы воспитателем в детском саду работать, а не врачом. Говорят, он крови даже боится. Вот так и будешь бегать от кровати к кровати. Носы вытирать полоточком. А если что, все шишки на тебе. А, Градов? А так сам себе режиссер. Да и зарплата. Мужики, мы не морковкой на рынке торгуем. Если у меня хоть один ребятенок с того света выберется, я могу и за бесплатно поработать. Красиво говоришь, Градов. Но мы же ездим на вызовы за деньги. А что, Дим, если люди нам не смогут заплатить, мы не будем ездить? Да нет, будем. Не в этом дело. А это место тобой заслужено. Ты врач от Бога, а не от диплома. Вот-вот. Ну ладно, хватит, агитатор. Пошли работать. А я дома проходить. Да. Спасибо большое. Здравствуй, Аня. Мне нужно с тобой поговорить. Проходите. Спасибо. Я все понимаю. Тебе тяжело, у тебя ребенок. Но, Саш, он не от мира сего. Он любит праздник. Я тоже. Но он не может быть привязан к дому, к быту. Но он очень страдает от этого. Ну, а мы не страдаем. Асенька, ты как женщина должна меня понять. Его тоже не нужно винить. Вина тоже на мне, ты понимаешь?
Мы с Сашиным отцом развелись, когда Сашенька был совсем маленьким. И мне все время казалось, я слишком сильно его любила. Мне казалось, что ему не хватит одной моей любви. Я жила только для него и ни в чем ему не отказывала. И вот поэтому он при всей своей мужественности такой незащищенный. Да. Но я же тоже не в восторге от этих его солдатиков. И, может быть, он только в своем этом клубе чувствует себя настоящим мужчиной, героем. Я тебя очень прошу. Прости его. Я давно его простила. Ася, возьми, пожалуйста, это для девочки. Прости. Зачем она приходила? Денег принесла. Хорошо, хоть про внучку вспомнила. Мама. Что? Давай поменяемся. Я на работу пойду, а ты с Женькой маленькой будешь сидеть. Не могу я так больше, мам. Она ведь уже большая. Хлопот меньше будет. Да. Я так тебя люблю. Я тебя тоже. Сергей Николаевич, вас главный врач вызывает. Зачем, не знаешь? А, не знаю, секретарша звонила. Да-да. Здравствуйте, можно? А, Сергей Николаевич. Проходите, присаживайтесь. Садитесь, садитесь. Сергей Николаевич, вы знаете, для чего я вас вызвал? Жалоба. Интересно, на что? Ага, как раз наоборот. Коллективное письмо с просьбой назначить вас зав. Отделением. А вы не знали? Нет. Хотя сагитировать пытались. И что же вы думаете по этому поводу? Я на своем месте. На чужое пока не хочу. Ну, а если место действительно вакантно? А что, Петров отказался? Нет. Я не утвердил его кандидатуру. Но он же ваш ученик. Ну и что? Мне здесь нужен хороший доктор, а не ученик. Давайте сделаем так. Я назначу вас пока исполняющим обязанности заведующего отделения. А там посмотрим. Извините. Да, пожалуйста. Меня на отделение вызывают. Да-да, конечно. Можете идти. До свидания. Всего доброго. Да, я все подготовила, и завтра мы это обсудим. Секунду. Алло? Кто это? Сережа? Ну, как у вас дела? Где? Ты приехал, не сказал, что ты приедешь, не предупредил. А я не знал, я на семинар. За сутки только узнал. Женька хотела, чтобы я тебя застукал. Ты меня застукал. Застукал, да. И да. Проверить, все ли у тебя так хорошо, как ты по телефону говоришь. Да. А ты, кстати, не сказала, что ты устроилась на работу?
Да, я ушла из фирмы «Сосны». График не совпадал. Теперь с немцем работаю. А, с немцем? Ага. Ну да. Хорошо с ними? Хорошо. А ты, значит, на семинар приехал, да? Да. Ну, проходи. Ну, прохожу. Я целиком и полностью поддерживаю ваши требования. Свободу карапузам! А теперь спать. Я отнесу ее. Давай я отнесу. Пожалуйста. Пойдем спать. Пойдем спать. Пойдем спать. Не убирайся. Женька. Спит. Заснул. У тебя здорово получается. Сережа, а у вас Женька? Почему у вас нет детей из-за Женьки? Привет из Чернобыля. Хотя иногда я думаю, что это из-за меня. Что-то вроде наказания за то, что я вмешиваюсь в Божий промысел. Но даже если Бог решит, что человек должен умереть, а я могу этому помешать, я буду это делать. Знаешь, я люблю ее. Разгружаешь у себя в банке. Ты смотри, до отпуска не дотянешь, упадешь где-нибудь. Мам, я на развод подаю. Часа на холоде. Хорошо, что вы вообще наши. А то совсем замерз бы на помойке. Домой.
обрился. Мое ухо! 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 Аккуратнее! Ну это же мое ухо было. Ну кто такой? Вот бандитка. Ох, бандитка. Так, так, а вот так. Я сдаюсь. Ну что, доктор, дождался? Анна Дмитриевна, я забыл вам сказать. Угу. Вы прекрасно выглядите. Она всегда будет напоминать мне о Саше. А ты с ним-то хоть общаешься? А он уехал. На постоянное место жительства. Канаду. Ух ты, ничего себе занесло. Да, у него жена бизнес-вумен. И ты дала согласие на его выезд? Дала. Алиментов он мне погоду не сделает. А Женька ему никогда не была нужна. Придется врать ребенку. Папа за границей. Анна, ты о себе-то хоть думаешь? Сейчас это мое основное занятие. Хочу быть счастливой. Не получается. Ань, ты знаешь, как посвящают маленьких мальчиков буддийские монахи? Я не маленький мальчик. И не буддийский монах. Их заводят в большую темную комнату с завязанными глазами. И говорят, выход есть. Анна, выход есть всегда. Я знаю. Важно выглядишь, Женька. Приезжай ко мне, я отпуск возьму. Что, так плохо выгляжу? Да, бледная очень. Да, ерунда. Знаешь, Ась, у тебя глаза грустные-грустные. Тебе влюбиться надо. В очередной раз. Ну что, Женька, пора прощаться. Ну, где у тебя билеты? Пока, Женька. Ты наше маленькое продолжение. Да. Твое и мое. Ну что, Женька, пошли. Давай осторожно. Я дома. Привет. Привет. Я очень соскучилась. Я тоже. Я такой борщ сварила. Пойдем обедать. Сейчас руки помою.
вкуснятина. Ну, как там, малыш? Кажется, вытащили. Какой же нужно быть, чтобы свое дитя на помойку, как мусор? Бог ей судья. Пацана жалко. А ее прав лишат? Если найдут, посадят. Значит, у него нет никого? Значит, никого. Сереж, а давай его... Что? Усыновим. Ну, если ты хочешь, конечно. Ты понимаешь, Жень, мальчик славный, но непонятно, как все это на нем отразится. Ну, у меня такое чувство, что мы должны его взять, каким бы он ни был. Или ты не хочешь? Но почему? Хочу. Хочу. Конечно, хочу. Знаешь, у нее даже характер на Женькин похож. Как они там? С собакой возятся. Живут. Работают. Хорошо бы и тебе о своей жизни, личной жизни подумать. Может, тебе и нравится жить одной, но ты же долго так не выдержишь. Потом о девочке надо подумать, девочку поднимать. Я ничего не могу изменить. Да, каждому свое. Женьке, Сережа, а мне? Ася. Господи. Ой, нехорошо это. Ну что, я ничего не могу сделать, мама. Ну ты же не сможешь это всю жизнь вот так в себе держать, вырвется как-нибудь. А ты знаешь, я иногда чувствую себя девочкой. Только очень-очень взрослой. Ты для меня девочка. Всегда. Женька говорит, что у нее теперь 3 ребенка. Брюс, я и Женька маленькая. Всех вас жалко. И тебя, и Женьку. И собаку. Тебе смешно. Не волнуйся, пожалуйста, тебе нельзя. Ну, пожалуйста. Это ты виноват. Зачем ты посадил его вперед? Но он же пристегнут был. Ну, кто мог предполагать? Ну, не плачь, я тебя прошу. Принесите нашатырь. Ты что делаешь-то? Ты успокойтесь. Тихо. Успокойтесь. Спокойно. Все нормально. Серег, ты в порядке? Нормально. Ну что делать-то, сын? Отведи его в ординаторскую. Я отведу. Пойдемте.
психанул я сильно. Ничего. Имеешь право. Я на Людмиле 5 лет женат. Вместе с Олежкой ее взял. Веришь, не веришь, а он мне как родной был. А теперь Люда на 3-м месяце. Да. Да, доктор Градов. Что с ней? Что? Хорошо, сейчас приеду. Мам, тут варенья мало. Нормально там варенье. Нет, мало. Очень вкусно. Ты сегодня, между прочим, пирожные днем ела. Алло, привет, Сереж. Да у нас все нормально. А у вас как дела? Ну как, Женька? Ну что, нормально, почему такой какой-то не такой? Как заболел, когда? Ну как плохо, а что врачи говорят? Кошмар какой, что? Сереж, я приеду обязательно. Слышишь? Пока. Обманывать тебя смысла не имеет. Ты этого не любишь. Не тяни, Женька, что с тобой? Заболела я, Ась. Как заболела? Плохо заболела. Подожди. А что значит плохо? Ну, хорошо, вообще редко болеет. А я совсем плохо. Ну, не молчи, Женя. Анна, не плачь. Мои похороны не завтра. А ты смеешься? А что ты мне предлагаешь? Что? Ну, я не знаю, ну что, ничего нельзя сделать? Можно. Можно отодвинуть дату, так сказать. Недели на две. А Сережа что? Наверное, он раньше меня понял, что что-то не так. Сделал у себя анализы, но к врачу не послал. Видно, поздно или бесполезно. Лечит сам, колет чем-то. Заметила, как он постарел. Брюс, место, место. Воды зашумели быстрого ручья. Улетели в теплые края. 5 с плюсом. Молодец. Давай куртку. Мы вернулись. Ну-ка, снимай с меня куртку. Я сама. Снимай, снимай. А вот с меня будешь снимать.
А на вешалку кто будет вешать? И оп! Привет! Привет! Ты моя. Женька, иди поиграй с Брюсом. Я здесь покурю. Курить вредно. Это тебя в садике научили? Это мне мама сказала. Ну, раз мама. Покурю на лестнице. Здесь Сережа, я с тобой. Пошли. Дверь не захлопывай. Я хочу тебя попросить. О чем? Не бойся, ничего криминального. Асенька, не приезжай, пожалуйста, когда... Ну, потом. Женька, милая, не надо. И еще. Я хочу оставить кое-что для Женьки. Женя, я не могу это слушать. Я оставила в банке деньги под пароль на предъявителя. В этом году ты, наверное, их не получишь. Позже, когда поймешь, что сможешь. Какой пароль, Женька? Какие деньги? Пароль простой, Сережа. Женька, ну не надо! Чего затихло? Дождливой темною порой я постучалась в дом чужой. Огонь в ночи, теплый плед, простого счастья тихий свет. Согрелась вскоре. Какой-то дождь, и ее нет. Знаешь, Ася, она очень хотела детей. Но
подстать моей судьбе. Сад мой смяли грозы.